Обсуждались три вопроса о деятельности парламентской ассамблеи Совета Европы и участии российской делегации в работе ПАСЕ. Первый вопрос. Второй вопрос о событиях на Украине, о действиях, возможных действиях Совета Европы, парламентской ассамблеи Совета Европы по содействованию урегулированию острого политического кризиса в этой стране. Ну и третий вопрос обсуждался. Ход работы над проектом федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации. Вопросы взносов не обсуждались.